И всем привет, и с вами... Ой, залагала. Нет, с вами не Ой, залагала, а мистер Версер и... И Сержи Брантон, и Спанч Боб, как вам проще говорить, я даже не знаю. И сегодня мы играем в Warface. Да. Ага. И вот, меня обещал. Попытались убить, но я кого-то убил. Я уже кого-то убил. Молодец. А у меня 15 FPS. А у меня 30 FPS. Ладно, мы первый раз снимаем с Берсером, да? Да. Я а я вот со Спанч Бобом или с Ягом. Не знаю, как проще как вам. Я уже троих убил за одну жизнь. Ого. Да ты супер скилл, а я только один раз умер. А, и меня в гранату убили. Блин, ну просто повезло. Я просто мобов убивал, наверное. Ну, может. Троих сразу забил. Кстати, мне еще нравится пацан, что можно перекатываться. Ну ладно, мистер Берси, можешь... почему мы так заикаясь? Не знаю. Привычка такая. Короче, скажи, что мы будем снимать, расскажи про новости, что там такое, про нас. Что-нибудь, может, скажешь, нет? Да, конечно, скажу. Вот, как обещал, да, мы снимаем с... Сэр Брантоном, Спанч Бобом, как вам проще? Короче, со Спанч Бобом. Буду говорить Спанч Боб, мне так проще. Ай, блин. Так, что еще хочу сказать? Скоро мы, наверное... Я не понимаю, что будем снимать Майнкрафт? Ну да, что Майнкрафт всем на самом деле надоел, и даже мне уже за 4 серии летсплея. Он мне просто надоел, и я больше не буду его снимать. Но если кто-то захочет, то мы, наверное, снимем. А я не смогу это снять, мы же должны быть локальный сервер какой-то. У меня же не лицензионный. А, у меня лицензионный. Ну, который я, конечно, не купил. И люблю покупать. Ну, скажи по поводу нас, как думаешь, как будем развиваться? Ну, я не знаю, что сейчас бред говорю, но как? Короче, я хочу что-то сказать про нас, но я даже не знаю, что. Скажи сам. Что сказать? Ну, короче, я первый раз снимаю с Берсером. Я не говорю, что мы будем с ним снимать, тут еще не обещал, но все-таки, наверное, вы знаете, что мы будем снимать. Я думаю, вам понравится с нами. Конечно, я не знаю, как отреагируете на мистера Берсера, понравится и нет. Короче, вы скажите, пожалуйста, нам. Ну, хотя мне в комментариях все равно никто не пишет, поэтому никто ничего не скажет. А мне вот, кстати, пишут. Но тоже очень мало и, в принципе, не по поводу. Там пишут, если только попросишь написать. Так что проси в конце видео ставить лайки и комментировать, а то ни одного лайка, ни одного коммента вообще проверено просто временем. Блин, я уже разучился играть. Да? Я вообще 2 к 10 играю. Ты сам в последнем месте, хотел бы себе сказать. Я знаю. А, блин, граната. Нет, я опять сдох из-за гранаты, почему? Пожалуйста, кого-нибудь убить. Да, мне тоже надо. Еще убил. Снайпера убил, который вверху бегал. Блин, 2 к 11, я ужасно играю. Потому что я давно не играл в Warface. И если играл, то с читами. Зачем ты это сказал? Ну и что? Ну хотя нет, с вами-то ничего не будет. Ну как бы просто надо осторожно быть и не гайтесь во все это, на весь Ютуб. О, господи, как будто это видео видят миллионы. Ну все равно, в принципе. Меня всего смотрят, в принципе, 99 людей. И если я думаю, они увидят, то я думаю, ничего плохого, ведь... Я сейчас обращаюсь к подписчикам мистера Берсера. Просто вы помните, что мы должны были снимать, потому что мистер Берсер зачем подкаст, пока он говорил про меня. Поэтому вы знаете, что я буду играть с Берсером. Но... По его подкасту. Да. Ну там расскажи, поди что-нибудь там еще. Я просто не знаю, что предложить даже. Просто когда свинья ушел, там делай, там много разговаривай. Ну, я знаю. Там вообще, ну, просто было, может, о чем разговаривать, и сейчас даже, наверное, не о чем. Блин, у меня сейчас, кажется, место кончится, надеюсь, у меня не кончится место очень быстро. Надеюсь, я короче, очень ужасно играю, 2 к 16, ну, а у меня 8 уже. Че, убийство, что ли? Да, у меня 8 убийств, 9 уже. Уже 9. Да все нубы, в принципе, в нашей команде. Ну, да.
Я играю ужасно вообще, потому что я разучился играть на самом деле. Но у меня, конечно, есть... оружие это крутое, которое это... Аушка. А у меня этот пулемет за 2000. Дай вместе ходить. А ты где? Я на спавне. Я тебя уже даже вижу. Ой, меня прям в это... это за верху снайпер был, у меня убил. Секирбашка. Давай, тут очень быстро убивают как-то, я не понимаю, как... Я, ну, кажется, да. С тобой иду. О, я аук нашел. Обернись, сзади тебя. Где ты? Сейчас я вижу, куда где. Мне не встать без твоей руки. Не услышать биение сердца. Надеюсь, у вас не взорвутся уши. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я сдох сзади. Ай-яй-яй. Блин, я хочу медика взять, а у меня еще не открылся этот класс, там он может дефибриллятор воскрешать. А. Ну, тут Фу-бу. Это, в принципе, не нужно. Был бы у меня медик, я бы тебя воскрешал. А какой смысл? Это тут не нужно. Тут можно просто нажать. Я троих убил опять, киллстрайк тройной. Молодец. Ты вообще где? Давай со мной пойдем. Я из спавна выбежал. Да подожди, обернись, я сзади тебя. Вот, пойдем. Пошли. Пойдем. Прикрывай меня. За... Вверху снайпер. Блин, он там все время сидит, этот снайпер, сволочь. Угу. Что, никого нет? Угу. Он меня тоже убил. Кик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 был. Ну да я же снимаю. Да что кикать-то? Если что, будут кикать F8. Ну, ладно. Я не знаю, если сейчас нажму F8, А у тебя кикают! F8 нажми. Как мне нажать 8? Я не могу. F8 на верху. Я жал. Все, молодец. Меня не исключат. Ай! Ай, сзади было. О, в голову, класс. Ай, блин, меня стреляй, ты тебя не кикнули, нет, все нормально? Нет, не кикнули. Блин, 4-23, я так ужасно играю. Да и что страшного? Ну, я просто уже спать хочу, потому что не выспался я сегодня совсем. А я тоже не выспался, потому что я хотел с собой поиграть весь день. Ну, в принципе, у меня глаза не болят, поэтому я играю нормально. Тебе, возможно, голова болит. Ну да, у меня с утра болело. Сейчас нормально вроде. Ну, в принципе, у меня нормально. Просто немножко спать хочется, а так все нормально. Ну, у меня-то просто по московскому времени, как бы, время у меня, ну, почти 9 часов вечера. А почему ты очень поздно приходишь, потому что тебя что-то рано не было очень. Давно, рано, короче. Короче, я хотел сказать, что ты очень поздно встал. Не поздно, а поздно пришел, короче, в скайп. Ну, я всегда так захожу, потому что я не успеваю сделать уроки, как бы. Я тебе патрон сейчас скину, у тебя патронов мало. А я себе уже дал. А, окей. Кину гранату, просто мне интересно, зачем? Просто кину гранату, просто так. Да, в воздух. Ну, давай, кидай. Кину, убивай его, я помог. И тебя убью. Блин, я пытаюсь тебе помочь все время, но мы, короче, как говорится, мы проиграем. Блин, 4-27, ужасно, просто. Просто фул. Ну ладно, давай просто. Подписчики Берсера, не жалуйтесь на Берсера, он просто так играет, ну потому что он давно не играл. Подписчики Берсера, не жалуйтесь на него. Он хороший человек. Спасибо. Хоть кто-то это подтверждает. А что, кто-то не подтверждает это? Нет, кто-то нет. А что там за у тебя было видео, ты назвал какого-то человека геем, фашистом, каким-то человеком там? А, это человек, у которого на странице был засер ветеранов. То есть он засирает ветеранов, и именно поэтому я решил снять про него видео вот такое, где даже есть ненормативная лексика, вот даже так литературно сказать. Ты со многими людьми снимаешь, у тебя есть Макс, у тебя какие-то там еще, не ушел. Ну, у меня много друзей, в принципе, с которыми я могу спокойно поснимать. Например, ты когда снимал про какашку, с каким-то человеком снимал, которого даже не знаю. А, это Данил, с которым мы также живем на одной улице, ну о, не все, на одной. Короче, мы проиграем, короче. В общем, мы рядом живем тоже с ним, ну мы, че тут у нас... Так сказать, небольшой городок, играю 5:30, это, конечно, ужасно. Ну, извините меня, я просто реально не подготовлен вообще. Ну, и я... Вы знаете, что я не скилловой игрок,
когда я снимал Warface, это было что-то, вон, ну, ты тоже, вон, играешь 17-22, но все же лучше, чем я. Я, наверное, очень много болтаю. Ты, наверное, тоже хочешь что-то сказать. Не, в принципе, мне наоборот не нравятся такие люди, которые мало говорят. Просто понятно. Я хочу, чтобы на видео было побольше слов. Потому что когда ты молчишь, когда ты, ну, не знаешь, хочется больше слов сказать. Потому что когда все молчат, неприкольно играть, я тебе хочу сказать. Ну, я такой человек, который очень-очень любит говорить. И у меня почему-то статистика убийств 3.11. И ты уже на месте, чем лучше, чем я. Хотя это не может быть, по принципу. Ну, давай, ну ладно, это, наверное, конец серии. Че, уже что ли? Ну, и еще поиграем, как хочешь. Еще поиграем. Ну, давай в следующей серии уже поиграем. А то многим не нравится, что долгое видео. Не знаю. Ну, давай попрощаемся, в принципе. Подожди, давай немножко поговорим о нашем будущем, поговорим о друг друге, думаю. Ну, давай тогда еще разик на ангар. То есть? Ну, на ангар еще раз в бой. Да, немножко, там недолго, мы просто поговорим о друг друге, сейчас будет... Разговор не игровой, а разговор о нашем будущем, обо всем, короче, на видео. Ну да, чтоб как-то это совместить. Угу. Игру и какие-то новости, как бы, как второй дополнительный, так сказать, подкаст и летсплей в одном. Как-то так. Да. Я, короче, буду твое видео пересматривать на 30 раз про Warface, потому что я люблю, когда на видео попадаюсь я. Просто, знаешь, люблю, когда на другом видео... Наверное, пока загружается Warface, я думаю, вам не будет интересно смотреть загрузку, я ставлю на паузу. Я тоже поставлю. Все, я уже... Да, блин. Ладно, я уже... Ну ладно, не страшно, давай дальше. Да, я думаю, тоже не страшно. Ну что, давай почемучку, так сказать. Угу. Ну, я, наверное, сначала расскажу о летсплеях, которые у меня все-таки будут, вот именно с этим человеком, который... Про меня тоже расскажи немного. Сейчас. Ладно, все равно уж раз начал, значит, надо и заканчивать. Вот, что скажу по летсплеям. Да, они будут по каким-то уже другим играм, то есть более интересным, чем Майнкрафт. Ну, даже, может, Warface мы будем чаще играть. Вот. Еще о чем. Да, мы, да, не... про меня, я не знаю, там. Ну, вот ты, вот, я тебя... Ну, ты сам меня нашел, я тебя не находил вообще, я как бы... А как ты меня подписчика оказалась, если ты меня не находил? Ну, ты у меня был в похожих каналах, в, ну, вот, в левом углу, то есть. Я знаю, знаю. Или не в правом. Вот. В общем, ты был у меня в похожих каналах, Серж Брантон, и я решил посмотреть тебя. Ну, вроде твои видео были неплохие, и, в принципе, подписчиков было прилично, и я решил подписаться. Ну, в принципе, я хотел тебе первым предложить как бы сотрудничать. А почему что... не решил? Ну, не знаю. Я думал, что как бы это бесполезно. Потому что будет отказ, типа? Ну да, потому что у тебя же больше подписчиков намного. Не, ну что, мне плевать, с кем не снимать, главное, чтобы человек был хороший. А, понятно. Даже если у меня один подписчик, в принципе, можно будет заснять. Ну, понятно, что с человеком, у которого один подписчик, я думаю, снимать же тебе особенно бесполезно будет, ведь так, я думаю. Ну, наверное, но с тобой, в принципе, прикольно снимать. Особенно нравится твой, как бы твой разговор. Ты, в принципе, не скучно с собой снимать, потому что бывают такие люди, с которыми скучно снимать. Ну, в принципе, у меня со всеми весело снимать. Даже с моим лучшим другом весело снимать. Хотя он, да, бывает молчит, но он очень веселый, я бы тебе сказал. Посмотри мое видео про The Darkness 2, там прикольно я с ним снимал. Надо вот посмотреть. Ну, еще что сказать, Давай что-нибудь уже ты скажи. Про что мне сказать? Ну, например, про то, что мы будем снимать. Ну, про что мы можем снимать? Ну, например, что у тебя вообще, какие у тебя есть игры? Ну, я могу скачать ту же Доту, тот же Team Fortress 2. Вот Team Fortress скачай, я не хочу тут играть, ненавижу Доту, фигня. Ну, Дота, да, говно, но я как бы хочу попробовать в нее все-таки поиграть. Я ни разу в нее не играл. Это жесткий капец, конечно. Но конечно, простите меня, фанаты Доты, потому что их очень много, но простите меня, конечно. Тот же, не знаю, кто-то там не будет говорить вслух имена, а то вдруг еще забанят, то, что я говорю вслух имена каких-то людей-то популярных.
те, кто знает. Про что еще можно сказать? Например, я даже не знаю, про что рассказать, как думаешь? Про меня скажу что-нибудь. Ну, давай, например, просто я смотрел, с кем я хотел сначала с кем сотрудничать, а даже не знал с кем. И я когда увидел, что какой-то мистер Бертер с нами подписан, я заходил на всех подписчиков, которые у меня были, вдруг какой-то канал есть. И увидел, что мистер Бертер. Ну, вдруг канал, захожу, да, видео есть. Думаю, ну, надо бы взять и его добавить, как бы. Ну, не то, что добавить, а поговорить с ним. Написал ему сообщение, помнишь, что там говорил, что я, помнишь, что показывал сообщение, что я написал? Типа, записи Бертер, я хочу с вами сотрудничать, помнишь, да? Да-да-да-да-да. Я написал эту надпись, ну, как бы я не ожидал, я думал, что мне, типа, проигнорируют, не ответят, ну, просто так написал, просто до прикола. Ну, вдруг не ответит, ну, просто написал, вдруг ответит, вдруг не ответит, так... Ответил. Я начал писать дальше. Мы там, у нас была стала переписка, и опять ответов. Ну, ты помнишь, да, ты говорил, мой скайп. Конечно. Потом я тебе позвонил, как бы, ну, ты сначала подумал, что это как бы не я, подумал, что это какой-то человек, верно? Это типа наша история, сейчас рассказываю. Ты думал, что это какой-то другой человек, у меня уже Killstrike 6 людей за раунд. А у меня тоже, кстати, 6. Или ты про меня? А, у тебя вообще 10. Я как-то сейчас лучше играю, потому что болтаю, наверное, много. Но хотя и там я много болтал, но играл хуже. Возможно, Blackwood. Ну, в принципе, против Блэквуда играю. Ладно, давай дальше. Ну, короче, я ему позвонил, он сказал, ну, типа, привет, типа, есть канал, и типа того, помнишь, что спросил меня, есть у тебя канал? Да, конечно. Так вот, да, у меня есть канал, ты и как бы ответил, ну, сколько у тебя подписчиков, там спрашивал мне всякие разные вопросы, а потом сказал, это я, Саша Брантон. Я не знаю, ты, наверное, сначала мне не сильно поверил, но ты мне поверил, вроде бы, по палатке своих слов. Ты я поверил. Конечно. А что, это не так? Не знаю, просто такой человек подходит и говорит, это я, Саша Брантон, многие могут даже не поверить. Ну, ты поверил, как бы мы поговорили с тобой, типа, да, согласился, да. Я тебе такой спросил, поиграть сегодня в Warface? Я сказал, типа, нет, времени нет, давай завтра поиграем. Он такой, да, сказал. У меня уже Killstrike 9. Да, один раунд. А у меня 7. Нет, Killstrike не убийство, а именно Killstrike. То есть я за один раунд убил 9 игроков и не умер. Ого. Круто. Тоже так хочу. Не, я на ютубе когда снимаю видео про игру, там, по кличке. А чё, кстати, я ещё хочу сказать? Я уже Killstrike 10, капец. У меня Killstrike 10. Да я поболтаю. Ну, как бы, короче, значит, такая история, как бы он согласился, да, завтра давай поснимаем, ну, как бы, я завтра сказал, что я не могу поснимать по некоторым причинам, по которым я не расскажу, потому что это такой секрет, Ник. Ну, как бы, давай, Берс, рассказывай что-нибудь, я не знаю. Давай, и, кстати, дорогие наши подписчики, ну, особенно подписчики Спанч Боба, я, ну, потому что их побольше, но и мои тоже подписчики, я думаю, если вы хотите, то пишите нам в комментарии свой скайп, и я думаю, можно будет с вами поснимать, в принципе, тот же Warface, ну, даже если вы захотите, даже Майнкрафт. Ну, не, про Майнкрафт не обещаю, потому что я не буду в Майнкрафт играть. Ну, я, если что, у меня... По большой причине, потому что у меня он не официальный. Ну, я тебе могу потом перекинуть, конечно, официальный Майнкрафт, просто у меня тут, ну, как бы есть... А если у меня место не кончится, потому что... Ну, вот, в общем. Если что, подписчики, как бы, пишите либо под его видео, либо под мое. По вот так не хочется видео заканчивать, понимаете? Вот так видео просто хочется... Да, хочется... Долго так, так просто взять и закончить, потому что оно уже долгое. Нет, хочется наоборот его не заканчивать еще очень долго. Да, ну да, мне это, как это, бы... Просто первое наше видео просто... Хотя видео, я там увидел, которое сейчас целое длилось. Ну да, я там потому что снимал со своими друзьями, которые... Вот с которыми я на самом деле живу практически на одной улице. Ну, недалеко, то есть очень-очень недалеко. И вот с ними у них там есть скайпы, но каналов нет. Ну, в общем, вы все знаете это. Это какая-то уже там лишнее бредни, возможно. И, мои дорогие подписчики, я заметил, что вы не любите, то есть, мои долгие съемки, допустим, вот, видео даже, которое длится полчаса, а для вас это уже долго. Я не видел, что тебе такое писать под комментариями, если честно. Это странно. Я, кстати, видел. Ну, посмотри. Ну, это просто хейтеры, не обращай на них внимания, просто какие-то дебилоиды, которым не нравятся долгие видео. Мне, наоборот, нравятся долгие видео, если они, конечно, прикольные. А ты видео как раз такие прикольные. Понятно. Просто не знаю, что я раньше какие-то программы снимаешь, побольше вот игр снимаю, не программ.
всякие разные программы снимаешь, про щиты снимаешь. А, кстати, мне понравилось твое видео про... как это называется эта игра? Ну, там, где ты... называется видео о хахах, лаги, что вы делаете, помнишь? А, Subway Surf на ПК. Да, у меня она есть. А как это такое получилось, что такие лаги произошли? А я не знаю, я запустил Subway, начал играть, побежал, и у меня через автобусы, через стены начало пробегать, и я решил заснять это. А почему без голоса? Ну, потому что я даже не успел ничего настроить, я просто взял, ну, захотел поиграть, вдруг что случится, типа, ну, просто поиграть, мне просто было нечего делать, и на это не было, отключили интернет. А прикинь, меня сейчас возьмет, это видео удалится, и я не смогу скачать, и у меня, например, голос пропадет. Почему? В этом видео. Ну, не знаю, у меня бывает такое, такие проблемы, зато тогда ты сможешь это видео выложить, без проблем. Если у меня будет проблема, то тогда ты сможешь выложить это видео, если у меня, конечно, не будет проблем. Ну ладно, мне надо видео будет качаться 200, это потому что оно очень долгое, поэтому, наверное, уже надо прощаться, я думаю. Ну, давай хотя бы закончим бой. Еще что я хочу сказать, еще будут стримы. Ты не против со мной стрим? Например, нет. Даже в субботу я... Ну, кто посмотрит это видео до конца, ты в субботу сможешь? Я не знаю. Наверное, я не знаю, когда будет суббота, если честно. Не, конечно, не делаешь. Суббота когда будет? Да. Суббота это будет... Через два так, дня? Сегодня среда, сегодня 19-е. Ну да, через два дня. Ты будешь свободен через два дня? Я не знаю. Точно ну, сказать не могу. Я вам не обещаю, потом, конечно, но мы постараемся сделать стрим. Я снимать не буду ее, только ты будешь одеть, потому что мне не хватит места на один целый час. Так, ну ладно, в принципе, я сам могу снимать стрим. Я просто программу скачал, OBS, Open, что-то, Broadcast, ну, в общем, какая-то такое трудное Ой, название. Все, мы выиграем, да. А? Мы выиграем, я на третьем месте, а ты на втором снизу. Класс. А я на третьем сверху. Смотри, видишь, вот видишь там я? А вон я. На этом, в принципе, можно закончить, да? Ну да, и с вами был я, мистер Берсер, и... Саш, брат, ну и спасибо, как вам удобнее, пожалуйста, скажите, пожалуйста, как вам удобнее, я буду говорить. В комментарии пишите. И всем пока!